Александр Валентинович, уважаемые коллеги, добрый день. Уважаемый Владимир Владимирович, 2 декабря вами была дана команда по пуску первой цепи энергомоста между Крымской энергосистемой и Единой российской энергетической системой. С этого момента перетоки мощности составили 200 мегаватт, и Крымская энергосистема стала работать в синхронном режиме в Единой энергосистеме Российской Федерации. По вашему поручению, сегодня, к 15 декабря, проведены работы по окончанию строительства и наладке оборудования для запуска второй цепи энергомоста. В рамках этого уникального проекта сегодня вводится новейшая подстанция КАФА 220 кВ. Мы находимся здесь, в Феодосии, на строительной площадке. И эта подстанция была построена в рекордные сроки, в течение полутора лет, при нормативном сроке 2,5 года. Также дополнительно были проложены 4 нитки кабельного перехода через Керченский пролив, которые также под напряжением 220 кВ будут давать перетоки мощности на Крымский полуостров. Кроме этого, дополнительно построены и сегодня будут введены в работу 122 километра линии электропередач от пункта перехода до подстанции КАФы. И, как и ранее мы вам докладывали, при запуске первой цепи была введена подстанция Тамань 220 кВ. Владимир Владимирович, с учетом сегодняшних возможностей, вторая цепь водоэнергомоста позволит передавать дополнительно мощности в Крымскую энергосистему 200 мегаватт, суммарно 400 мегаватт. С учетом собственной генерации и перетоков, общие возможности и общие мощности Крымской энергосистемы составят примерно 1000 мегаватт. От потребности Крымской энергосистемы это составляет от 80 до 100% в зависимости от времени суток, температурного режима, работы ветровой и солнечной генерации и без учета дизель-генераторных установок. Это дополнительные возможности, которые сегодня есть в Крымской энергосистеме. Что очень важно, помимо жилого фонда, ввод второй цепи энергомоста позволит начать запитывать промышленные предприятия. Это восстановление работы предприятий, работы населения на предприятиях, и, собственно, это дает возможность продолжать развивать экономику Крыма. Владимир Владимирович, разрешите приступить к запуску второй цепи Крымского энергомоста. Начинайте. Подстанция Тамань. Доложите о готовности оборудования подстанции к передаче мощности. Уважаемый Владимир Владимирович, на докладе генеральный директор Николай Поздняков, генерального подрядчика ЦУСИЕС, дочернего общества Федеральной сетевой компании, представитель государственного заказчика Станислав Мальчинский, Российское энергетическое агентство. Оборудование подстанции Тамань, необходимое для включения первого пускового комплекса энергомоста, полностью готово к включению в работу. Доклад окончен. Спасибо, Николай Юрьевич. Спасибо. Доложите о готовности кабельного перехода к передаче мощности в Крымскую энергосистему. Владимир Владимирович, кабельный подводный переход энергомоста, вторая линия для передачи электроэнергии в Крым готов. Генеральный директор Некрасов Александр Иванович. Александр Иванович, спасибо вам. Оператор, доложите о готовности передачи мощности из единой энергетической системы в Крымскую энергосистему. Уважаемый Владимир Владимирович, докладывает председатель правления системного оператора Аюев Борис Ильич. Ситуация позволяет оценивать ее следующим образом. Электроэнергетический режим и параметры резервов позволяют увеличить передачу мощности в Крымскую энергосистему. Оборудование опробовано. Настройки противоаварийной автоматики и релейной защиты соответствуют плановому режиму. Готовность к приему мощности в Крымскую энергосистему из единой энергосистемы до 400 мегаватт обеспечена. Давайте, Борис Ильич.
Диспетчер, приступите к соответствующим переключениям. Перейти к нагрузке, к запуску нагрузки. Пожалуйста, пожалуйста. Главный диспетчер диспетчерского центра. Прошу вас включить работу и обеспечить набор нагрузки для подключения потребителей Крымской энергосистемы. Включите в отключенных потребителей в Крымской энергосистеме за счет увеличения перетока до 400 мегаватт в Крымскую энергосистему из Кубанской энергосистемы. Правильно выполняйте. Владимирович, вторая цепь энергомоста запущена в работу, начаты перетоки дополнительной мощности до 400 мегаватт. В течение нескольких минут будет набрана нагрузка до 400 мегаватт. Доклад окончен. Спасибо, Александр Валентинович. Рядом с вами вижу руководителей Крыма, а за вашей спиной тех, кто реально осуществлял эту работу. И, конечно, всеми, кто представлен сейчас на экране, этот перечень не ограничивается. Это большой коллектив рабочих, инженеров, организаторов электроэнергетики и сетевого хозяйства. Хочу вас всех поблагодарить за ударные темпы той работы, которая была выполнена в самые короткие сроки. И надеюсь, что с должным качеством. Знаю, что еще предстоит наладка оборудования, но исхожу из того, что если и будут возникать какие-то проблемы, то они будут быстро устраняться. Нам нужно решать следующие задачи, которые перед нами стоят, а именно к лету, а точнее где-то в апреле, ну, в крайнем случае в мае, нужно будет обеспечить еще две цепи на Крымский полуостров энергетические, с тем, чтобы дать на Крым не менее 800 мегаватт. Это закроет вообще все потребности Крыма. Ну и, как мы с вами говорили уже в Симферополе, нужно, безусловно, заниматься, не снижая темпов, строительством собственной генерации в Крыму, с тем, чтобы не только обеспечить сегодняшних действующих потребителей и комбыт граждан и предприятия Крыма, но и с тем, чтобы создать заделы на будущее, заделы для будущего развития экономики полуострова. Я знаю, что эти планы электроэнергетиков и сетевиков должны быть сопоставлены с усилиями и правительства Российской Федерации по развитию экономики Крыма, и с правительством Крыма и Севастополя. Надеюсь, что все вы вместе выполните эту задачу и сделаете это в нужные сроки. Я желаю вам удачи и хочу еще раз всех вас поблагодарить за проделанную работу. Ну а крымчан хочу еще раз поблагодарить за терпение, за то, что они нам всем доверяли, доверяют, за то, что они проявили мужество, выдержку, сдержанность и за доверие, которое они нам оказывают. Еще раз всем вам большое спасибо. Благодарю вас. Спасибо большое, Владимир Владимирович.